Здравствуйте, коллеги. Алиса с вами на связи. Многие слышали, что кошелек для цифровой валюты Libra, разработанный Facebook, был переименован с Calibra в Novi. Но сегодня хочу поговорить не только об этом, а о том, как Facebook планирует зарабатывать на Libra. Кто-то из вас задавался этим вопросом? На ежегодном собрании акционеров Марк Цукерберг объяснил, как стейблкоин поможет заработать Facebook. Как сказал Марк, Libra создаст более эффективные платежные инструменты, которыми смогут воспользоваться множество компаний, которые покупают рекламу на страницах социальной сети. В связи с этим, рекламные места, продаваемые Facebook на аукционах, должны вырасти. Вот для чего запускается Libra. Для рекламы, а функция платежной системы просто идет как бонус. Дам совет вам, друзья, не ведитесь на всю рекламу, которую вы видите в интернете. С вами была Алиса. До скорого!